Желающих принять участие в массовой лыжной гонке в этом году оказалось немного. На лыжню в поселке Неван Устилимского района вышли 64 человека. Хотя в прошлые годы участников было более сотни. У нас такая долгая зима, надо пользоваться всеми благами данной природы. Быть профессиональным спортсменом здесь не обязательно. Главное для участников – желание и любовь к лыжному спорту. Кто-то бежит к финишу быстро, другим сложно устоять на ногах. Но каждый достигает в этот день своих личных рекордов. А после прохождения дистанции для всех участников лыжни России горячий чай с лимоном. Второй год мы все школы выезжаем с учителями. Еще у нас есть Инна Дмитриевна, наш фельдшер школьный. Ей уже много-много лет, и она второй год участвует. Последний раз в лыжне России участвует команда Кеуля. В связи со строительством Богучанской ГЭС поселок расселяют. Возможно, кеульчане и в будущие годы встанут на лыжи, чтобы поучаствовать в массовой гонке. Однако уже представляя другие города и села. Я уже очень много раз участвовала, занимала вторые и первые места. Третьих еще не было, сейчас третий получил. Награждение лучших лыжников прошло в торжественной обстановке. Все лидеры получили заслуженные награды и аплодисменты от других участников лыжни России 2012. Вероника Титова, Анна Краснова. Новости сейчас.